Ручьи звенят, и годы катятся, как талая вода. А мы растем, и нам так хочется романтики. Учителя, вы в нашем сердце остаетесь навсегда. Для вас мы будем вечно девочки и мальчики. Отметки в дневниках забыть мы сможем без труда, и перемены в школьных маленькие праздники. Учителя, вы в нашем сердце остаетесь навсегда. Мы любим вас, тихони ваши и проказники. Учителя, вы в нашем сердце остаетесь навсегда. Мы любим вас, тихони ваши и проказники. Пришли мы в первый класс, чтоб научили нас тому, что знаем мы сейчас. Из года в год учителя учили нас всему: читать, писать, дружить, мечтать, любить свою страну. Читать, писать, дружить, мечтать, любить свою страну. 11, 11 прекрасных. Школьные года.
против всего. Так, спасибо. 11-й Б. Не, девочки, потом, когда вы вдвоем, вот здесь мы станем, где пошире. Я вас оттуда стороны буду снимать. Фанну позови. Живе, коли не сплять лелеки, із вирів вертаються далеки, приносять діток до домівок тихих, нас захищають і відводять тихо. Село живе, коли сміються діти, коли у травах пламеніють квіти, коли пшениці заквічають поле, коли живе, працює рідна школа. В шкільній оселі свят завжди багато, де музика лунає, чути спів. Але у нас сьогодні надзвичайне свято. Ми проводжаємо своїх випускників. Сьогодні музика лунає гучно в школі. І тоне в квіті.
квітах урочистий зал. В очах у кожного і радість, і надія. Наш випускний, шкільний, прощальний бал. Ми приглашаємо виновників сьогоднішнього торжества, наших випускників. Встречайте, 11-й А-клас і їх класний руководитель Котовська Тетяна Олександровна. І 11-й Б-клас і їх класний руководитель Іванова Наталія Івановна. И открываются не каждому. Любят решать очень трудные задачи, главная из которых – в чем же завтра пойти в школу. Все как один чтут кодекс и уважают здоровый образ жизни. Искупайте их в овациях! Уважаемые родители, учителя, гости, дорогие выпускники, внимание! Прошу всех сотни оттенков человеческих чувств. В них забота и радость, переживание и волнение, грусть и надежда. И только равнодушия в них нет. Ведь каждый из присутствующих... И представитель отдела образования... Дятел Мария Федоровна. Мы открываем школьный выпускной крымским вальсом в исполнении Тарасюк Дарьи. Танцуют Коваленко Валерия и Курциитов Эрвин. Мы живем в благодатной стране, в самом сказочном крае на свете, где в соленой морской глубине спят загадки минувших столетий. Здесь нечасто приходит. Здесь весна в яркий светит одета. Ты в душе сохрани этот вальс, что кружит нас, как ветер, школьной дружбой.
Дорогие наши выпускники, уважаемые родители, гости, всем читать приказ по школе, на основании которого, собственно, будет производиться вручение. Приказ номер 74 от 10 мая 2012 года о выпуске из школ 11 классов экстернов и выдаче им документов образования. В соответствии с постановлением педагогического совета от 10 мая 2012 года, протокол номер 4, на основании семестрового годового оценивания уровня учебных достижений государственной итоговой аттестации выдать аттестат о полном общем среднем образовании учащимся